Привет, ребята! Да, у нас сегодня для Ванюши снова сюрпризы. Закрывай глазки. Ага. Что это за звук? Открывай глазки. Кидай! Пожарные! Пожарный Сэм! Пожарный Сэм! Давай открывать. Давай! Горький шоколад. Не знаю. О, вкусный! Отлично. Молочный. Что у нас внутри? Я большой. Папа, я большой уже. Папа, я большой уже. Да. Давай посмотрим, что тебе там попалось. Давай покажем ребятам, что там такое. Это на карандашик такая насадочка. Да. Открывай следующий. Ну что, давай открывать следующий. Давай. Вот это. Давай. Да. Что же будет дальше? Не знаю. Сейчас проверим. Ну давай. Пусть пожарная машина или какой-то... Значок, пожалуйста, вот. Какой-то значок. Давай посмотрим, пожалуйста, что. Давай, быстрее, уже не терпится посмотреть, что же там внутри. О, какой я силный. Какой силач. Два силач, как в шапонке. Это потому, что с утра кашу покушал. Ага, и суп. И суп. О, это же человечек. Это пожарный Сэм. Сэм. Вот это да. Да. Такой классный у тебя пожарный Сэм. Открывай вот этот. Давай открывать следующий. Давай. Посмотрим. Думаешь, будет пожарная машина? Да. Сейчас проверим, что там будет. Давай, давай. Еще один пожарный, другой уже. Вот такой, вот это. Вот такой пожарный. Да, опять человек. Пожарный в белой каске. И что у него там, усы? Да, белые. Белые усы. Это, наверное, какой-то пожарный начальник. Да. Что у нас сейчас получается, Ванюшек? Сколько у нас есть игрушечек? Давай посмотрим. У нас есть пожарный, потом есть пожарный Сэм, и есть карандашик с такой вот насадочкой с изображением пожарного Сэма. Это девочка. Это девочка? Да. Нет, это пожарный Сэм. Нет. Отлично. Давай открывать следующий. Давай. Интересно, нам попадется пожарная машина или нет? Ну, давай посмотрим. Открывай. Еще один пожарный. Да. И снова Сэм. Не Сэм. Он не усов. Без усов. Без усов. Еще один пожарный Сэм. Да. Класс, теперь у тебя два пожарных Сэма. Два пожарных Сэма, один начальник и насадка на карандашик. Что-то молодец. Пожарная машина? И воздух. Ну, давай смотреть, кто же попадется нам в этом. Давай. Ой. Будем надеяться, что-то интересное. О, какой силач. Молодец. Придется мне на спорта. Опять человечек! Опять человечек? Вон он! У нас целый отряд получился, да? Можно ехать тушить пожар. Да. Класс! Класс!
Давай покажем ребятам, какие у нас были игрушки. У нас был пожарный Сэм. У нас был еще один пожарный. У нас был какой-то начальник пожарный. Покажи, Ванюша, его еще раз. Он в белой каске. Он с усами, взрослый дядя. У него еще усы, он такой большой. И большой живот. Ну, это точно начальник, раз большой живот. И это кто у нас? Еще один пожарный. И вот такой вот классный пожарный, который можно повесить на карандашик. И он всегда будет с вами, когда вы рисуете. Классные игрушки были, да? Да? Ну, на этом мы будем заканчивать. Ставь лайк, подписывайся на канал. Пока-пока. Пока-пока.